Наш домик на ближайшие 2 дня. Вот так дом выглядит снаружи. Поднимается. Вот такая у нас терраса. Ну что, заходим? Посмотрите, какие милые ключики. Домик у нас 2-этажный, с панорамными окнами. Это очень классно. При входе мы можем повесить свои курточки. Также, я так понимаю, это для обуви, дрова, для печки. Здесь за шторками стоят книги, которые можно будет почитать, всякие украшения. Вот тут еще елочка. На первом этаже это как бы гостиная. Здесь у нас стол стоит, вот такой вот зеленый диванчик. Сбоку у нас холодильник. На нем стоят игры, в которые мы можем поиграть. Вот, еще украшения, картина. С другой стороны находится такая мини-кухня. Здесь тоже есть картина, очень красиво, все такое эстетик. Вообще какой прозрачный. Ящики, и также тут есть коврики. Помимо этой как бы комнаты находятся еще 2 на первом этаже. А также лестница на 2 и стулья. Первая комната — это ванная. Как-то так она выглядит. Затем идет 2-я комната. Здесь такая 2-местная комнатка, 2 кровати, окно. А теперь самое крутое, поднимаемся на 2-й этаж. У нас тут еще не очень тепло, поэтому я и в куртке, так что пойдемте посмотрим, что наверху. На 2-м этаже располагается такая кровать с окошком. И просто посмотрите, какой открывается вид, если лежать на кровати. Также здесь есть место, куда, я так думаю, можно что-то поставить или просто посидеть. У нас время 8:30, я вышла на улицу, сейчас буду сидеть, читать книжку, взяла ее специально с собой, чтобы прочитать, потому что начала, прочитала всего там страницу, вот. Буду сейчас вот с таким красивым видом сидеть, читать. В общем, ребята, у нас уже начался 2-й день. Сейчас у нас утро. Там, кстати, гавкает Нюся, если вы слышите. Сейчас мы идем почистить каток, чтобы потом покататься на коньках. Также я хочу провести вам такой небольшой рум-тур по территории. В общем, давайте же посмотрим. Нюся. Посмотрите на Нюсю. Под нашим домиком у нас находятся дрова. Рядом с домиком у нас есть еще стол такой и мангал. Здесь на территории находятся 4 домика, у каждого есть название, например, у нас домик у скалы. Та самая скала, и Тони говорит, что там есть гамак, поэтому пойдемте посмотрим. Как много снега. Красота.
Мы дошли. Вот тот самый гамак у скалы. Вон там наш домик, там гавкает Нюся. Вот та самая скала, на которой мы сейчас были. Вот еще один домик. Идемте дальше. Здесь у нас есть качельки. В этом домике можно взять всякие снаряжения. Допустим, ватрушки, на которых мы вчера катались. Нам туда. Мы идем к озеру. И здесь у нас находится баня. Здесь получается такой пирс, но здесь все засыпано снегом, поэтому не видно. Здесь у нас лежаки и вон спуск в озеро. И сплошной лед. Какая красота. Мы идем кататься на коньках. Взяла свои коньки. Вот. Идем на озеро. Мы пришли взять снегоступы. Первый пойди. Мы поднимаемся в гору на вот этих прекраснейших штуках. Честно говоря, я уже устала в них идти. Больше не могу. Для тех, кто не понял, это я на Аюдаг поднимаюсь. Это я просто в Артеке сейчас поднимаюсь на Аюдаг, на который я так и не поднялась на Артеке. Петюня. Ну, красивые фотки. Мы поднялись на самый верх. Папа влогер. Любишь с горочки кататься, люби саночки носить. Вот так выглядят родители года. В общем, ребята, у нас уже вечер, мы снова вышли кататься на ватрушках. Хочу напомнить вам про свой телеграм-канал, ссылочка вас будет ждать в описании. Подписчики телеграм-канала всегда узнают все самыми первыми, так что я жду тебя именно там. Тоня прыгнула в сугроб. Мы наделали очень много крутых фоточек, но мы идем кататься на коньках. У нас сейчас такой последний день в Карелии, через час мы уже уезжаем из нашего домика. Вот, но потом мы едем куда-то на экскурсию, вот. Ну и вы, конечно же, поедете со мной. А сейчас мы идем снова кататься на коньках, на озере, это так круто. Дом у скалы, наш дом. Кстати, если кому-то будет интересно и ему понравилось место, где я нахожусь сейчас, то ссылочку я оставлю в описании, так что переходите и смотрите. Папа чистит каток, Дима уже катается. Просто посмотрите, какие классные фотки у меня получились.